местах по набережной располагались Министерство финансов и Министерство иностранных дел. Одним из самых знаменитых дипломатов в истории Российской империи был Михаил Горчаков. В юности он учился вместе с Пушкиным в Царско-сельском лицее. С 2010 года в здании началась масштабная реконструкция. Пока не было, что внутренние помещения переделываются под выставочные залы.